В общем, решил я починить сиденье. Не знаю, как у меня это получится, потому что тут, конечно, по-хорошему, вот с этого треугольника надо сделать, чтобы сиденье было вот так вот ровно. Это как бы в идеале. Ну, естественно, оно тут много места, и что-то надо сюда напихать, чтобы сиденье форму свою не теряло ни при каких обстоятельствах. Даже под моей тяжелой пятой точкой. Вот, нашел интересные всякие штуки, сейчас покажу. Взял у ребят вот такую какую-то пенистую резину, но она очень твердая. Вот реально она твердая. Но с другой стороны, все-таки она хоть чуть-чуть, но мягкая. То есть я планирую все-таки взять вот из нее и сделать небольшой каркас внутри сиденья. И потом сверху его опять обтянуть. Посмотрим, что из этого получится. Так, ну сиденье здесь, как обычно, в пластик просто степлером задубашено. Сейчас старые скрепки все вынимаем отсюда. Снимаем обшивку. И смотрим, ужасаемся, что там внутри. Так, ну все. Скрепки я все вытащил. Смотрим, что тут за безобразие. О, показываю. Показываю. Вот такая произошла ерунда. Своей попой я все промял. Все промял. Все продавилось. Ух ты. Причем капитально. Смотрим, да? Вот такая сидуленька получилась у нас. Вот такая сидуля. Все промялось. Все промялось. То есть, конечно, может быть, изначально придумали ее хорошо, но сейчас будем думать, что с ней делать. Как вернуть ей. Она еще и мокрая вся. Вот такая у нас сидуля изначально. Надо сделать ее вот так. Ты-дынс. Да уж. Задачка. Задачка не из легких, учитывая, что тут у нас все развалилось. Сейчас я буду кумекать. Буду кумекать. Ну, вот такую тему я тут мучу. То есть сейчас я буду... А вот из этого по материала, я не знаю, что это такое, но он, в принципе, мягкий. Но в то же время твердый, возвращается. То есть я думаю, что это будет хорошая основа. Ну, предполагаю. Не знаю, как будет на самом деле. Просто другого материала сейчас на данный момент у меня нету. Ставить это тупо поролон бесполезно, потому что поролон это вообще не материал, это будет просто... мягкий диванчик. Но так как на кроссовом мотоцикле все-таки сиденье должно быть жесткое, то есть оно не столько для того, чтобы сидеть, а для того, чтобы по нему было удобно перемещаться, то есть ближе к баку, назад, обтяжки различные. То есть оно должно быть жесткое и не должно менять форму. Это мотоцикл не для отдыха, а для экстрим, поэтому в основном все на подножках. А форма сиденья должна быть ровно. Сейчас я основу делаю вот из этого всего. Вот я уже вырезал вот сюда одну часть. Вот так вот. Потом сейчас подкладываю сюда вот эту, приклеиваю. Потом сверху наращиваю еще вот до сюда. И потом придаю форму, уже обрезаю форму сиденья. Не знаю, что получится, но как есть. До завтра надо это сделать. Завтра уже должно быть готовое сиденье, чтобы выходные помчаться на отдых, на покатуле. Я починил пластик, который расколол. Боковинка лопнула, запаял. Вот. Здесь тоже надо еще бурмашиночкой обработать. Но это мелочь, это быстро сделать.
чтобы питбайк у нас был во всеоружии. Красивый, нарядный и заряженный, самое главное. Так, я уже перебрался в гараж давно, потому что на улице стало темно. Ну, в общем, мудрил, клеил, приклеивал. Получилась у меня вот такая штука. Честно скажу, не знаю, насколько это будет хорошо, но заодно я ей испытаю, что это такое. Вот так она у нас подходит. Сюда сверху еще надо будет этот поролон вот так вот обернуть, чтобы он немножко у нас, он скроет все вот эти неровности, и сидушка будет выглядеть поровнее. А так, в принципе, как бы все подходит. Можно было немножко сделать пошире, но, честно скажу, у меня уже нету времени этим заниматься. Ну и, собственно, она получается уже и так впритык вот здесь вот по краям. Шибко много у нас нету. Только-только. Вот, так что я думаю, нормально. Еще если сейчас сюда поролончик натянуть, оно вообще будет сидулечко обтянуто хорошо. Так что вот так вот. Вот такая сиденье у нас будет. Ну, уже не такая яма, как была. Вот, так что вот так вот. Сейчас перенесу, кстати, старую. Да, вот такая вот у нас получается, что у нас со старой. То есть тут яма. И вот так у нас будет уже новая, то есть ровная. Конечно, получилось узковато, честно скажу. Вот это место нужно было немножко сделать пошире его. Блин, ну сейчас я уже ничего не переделаю. Надо будет ехать кататься, поэтому соберем как есть. В конце концов, потом, если что, можно будет переделать уже после.